пришли в строительный, спрашиваем лобзики фанера. Он говорит, 25-я школа, мы, да, не вы первые, не вы последние. Нету лобзиков. И фанеры нету. Фанеры нету. Двойки получат. Вот так вот труды у нас. Всю Ладожку объездим, найдем, не найдем, почти неизвестно. Все уже растаяло. Нашли мы только один лобзик. Ну, хоть один на двоих. Представляете, мы везде объездили, а вот тут около нас есть магазинчик. Там краски продают. И там нашли лобзик. А мы всю станицу объездили. Ну ладно, хоть один. Дима, Софика, наверное, до Антона с Алиной отвозили. О, блестит, вся блестит. Ты Алину отвозила? А? Ой, ты какая блестящая, крутая. Ой, сколько обуви. Купили мы балетки детям и купили Васе эти резиновые, вот такие, только черные. Все, заходи, заходи. Сейчас тебя Дима разденет. Увез, да, Дима? Ага. Успели они на электричку? Ну, почти. Это вы только купили? Я думала, она из дома взяла. И я пила. Ты купила? Ой, какой красивый мишка. Ты Ляли купила? Да. Скажи, скажи это. Скажи Матвею. Матвею. Да. Вот. Дима решил всех побаловать. Что-то это. Давно не ел, да? Нет. Я же думал, что он там старинка будет, но нельзя не спалить. Ничего. Ого, сколько заказал. Еще и пицца. Они же тоже пока ехали, да? Мы тоже будем. Ну ладно, мы поедим. А мы подъехали, машина стоит, нам встать негде. Ой, они даже еще горячие. Ого, девчонки сейчас, наверное, не смогут. У нее танцы. Ну, после танцев поедят. Ой, сколько всего. А мы с Васей уже вдвоем съездили в Магнит Косметик. Взяла вот такие новые коврики. Вот сюда хочу. А то у нас какие-то тут лежат. Поменяю. Сюда тепленькие. Вот сюда. И вот сюда. Два взяла. Ну, их два и было всего. Также. О, прибежали. Взяла салфетки, бумагу. Так. На балдец прислали. Так, зубные щетки дополнительно часто не привозят дети. Алина, Дарина, Антон, тут Диме. Мыло, освежитель воздуха, шампунь. В общем, взяла. О, тоже все надо, шапейки. Купила. Ну, я смотрю, Дима с Настей тут сами заехали. Пустышку взяли. Щетки. Малыша купать сегодня будем. В общем, набрали там бритца. Щетки. Какая-то игрушка. Это, наверное, Настя. В общем, Настя с Димой тут сами покупали. И сейчас девчонок позову. Нам от Даши пришли подарки для девчонок. В общем, сейчас они там с ушами разберутся и придут. Посмотрим свои подарки. Я уже говорила, что подарки пришли от Даши Зверевой. Бьюти-боксы, да, дети? Девчонки собрались на танцы, и у нас буквально 10 минуточек. Пока, Женечка. Я пела. Ну, давай тогда. Сейчас дети покажут. Мы с тобой будем показывать. Ого. Какие наборы красивые. Это помадка? Да. Сейчас. Дай помогу. Санечка, ты тоже сразу открывай. Вот такой карандаш. Угу. Двоичка. Вот, ням-ням-ням. Ну, идите в ту, идите в комнату, вам там откроют. Идите. Ну-ка, идите. Вот такая масочка. Да нет, подожди, я свою. Подожди. 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 Подожди.
Вау, яркая. Ага. Вот такая вот помадка. Вот такая помадка. Как интересно открывается. Они разные, да? Да. Ну, вот вы можете вместе пользоваться. Ну, хотя зрители напишут, должно быть у каждого свое индивидуальное. Вот такие вот тона. Ой, помадки. Как мило же. Еще, патчи для губ. Еще вот такой вот карандашистый патчи для глаз. Ага. А у меня только для губ. Посмотри хорошенько. Да, ой, у меня только для губ. Не то показываю. Там еще есть, девчонки, еще футболки. Вот еще киндеры маленьким. Да. Ну-ка, иди там, папа откроет вам. Угу. Красивые. Так, что теперь? Там футболочки. Вот они, Жень, вот тебе. Ой, какой милый корги. Красивый корги. Угу. Это, походу, мама. Да. Да. Нирвана называется. Красивый. Нирвана. О, какие красивые. Да, Даша. Красивые какие футболки прислали. Там еще что-то где-то есть. Посмотрите. Там рывочки были. Пацанки унесли уже, что ли, где-то? А вот еще может быть. Мама, вот такая футболка мне. И вот такая вот Томми. Это мне. Это мне, наверное. Угу. Вот еще одна. Материал вот такой хороший, плотный. Прям хороший очень материал. XL. Ну-ка. Это Footitex. О, какие красивые. Еще Саша что-то открывает. Брюки. Вау, Том и Джерри. Подарите мне один, а? На. Какой-нибудь. У нас. А подари мне два. На. У нас ключ от дома без ничего, потому что где-то сломали, потеряли. Для машины, пап. Папе такой. Пожалуйста, дайте мне один. Вот это тебе. У вас все равно ключей пока нету. Спасибо, Даша. Спасибо большое. Да. Еще, Женечка, сядь, пожалуйста. Спасибо. Да. Оксана прислала денежку для Женечки. Марина, она мне вчера написала, говорит, хочу очень поздравить Женечку. И Элона из Эстонии. Спасибо. Да. Я завтра тоже отдам. Дарина вчера, ой, Алина с Антоном подарили. И, Женя, скажи, на что ты собираешь деньги? На новый телефон. Да. На ого, какие у вас там игрушки попали. В общем, еще немножко, и у Женика как раз на телефон хватит. Да. Вот. И очень скоро мы... У нас просто получается, у них, у обеих старые айфоны. И вот я на 11-й айфон куплю. Нет, тем-то денег не хватит. Саша разбила свой айфон. И то разбила ей Женя. Да. И Женя себе новый купит. Не знаю, там 1000 за 20. Не хватит денег, мы немножко добавим. Мам, так я буду копить 60 тысяч. Много буду копить. А в общем, вот так. Не надо тебе такой дорогой телефон в 12 лет. Купишь обычный, нормальный. Ой, Владимир. Мне 17. Ну да. Ой-ой, уронили на пол. Фу, как некрасиво. Так что дети поехали. Поехали, все. Санечка, ты сейчас переоденься, доченька. Что, тебе достался костюм? Да. Ну, одной девочке не достался, но она попробует найти. Потому что одного человека не хватает зеленого костюма. Ну, хорошо. Мы детей уже накупали. Матвейку, Софийку. Сидим, Софийка кашу ест. Да? А бабу мясо тут доедает. Вчера курицу покупала. Меня. Ну. Это точно что-то древнее. Вкусная баба каша. Я бы давай суп или гречку, еще что-нибудь. Эт кашу. Хочет кашу. Ну-ка расскажи, как ты купалась. Я пенья. Ты в пене была?
Ты как ныряла, как рыбка? Да. Как рыбка ныряла. Папа, не меня. Покормить? Ну, давай покормлю. Короче, девочки, не покупайте дешевые, бесполезные вещи. Нет, просто, нет, фирма, мне кажется, какой-то неправильный. У меня был с Афикой, авент тоже ручной, тоже не такой, ну, подороже, конечно. Это, наверное, рублей 700 стоит, или даже 600. А тот, наверное, 2 стоит ручной. Но тот хотя бы качал, а у этого даже вакуума вообще, ну, он даже не присасывается. Вообще не качает. От слова совсем. Ну, что будешь делать? Ну, вы заказываете. Ну, да, сейчас закрою. Вообще даже не чувствуется, что что-то он это. Короче, ее выброси сразу, чтобы дом тут не захламлялся. То будет валяться. Разберут дети по этому. Будет лежать. Ну, бутылочку можно ставить. Ну да, да. Хочу еще раз сказать, мы так торопились на танцы. И людям, которые прислали подарки, Даше, Марине, Оксане, Элине, огромное спасибо. Спасибо. Да, потому что мы торопились и не очень как бы поблагодарили. Так, девчонки, уже время уже 10:00. Они приехали чуть-чуть. 10 минут. Ну, уже 10:00, дети. Зубы чистить и спать. Мы сейчас покушаем. Слава богу, мы уроки все сделали. Да. Сделали уроки. Отец нашел фанеру, приготовил. Ну, один лобник на двоих будет. Наждачку, да. Все приготовил отец. Так, все. Дорогие мои, время у нас все равно уже очень поздно. Мы будем уже сейчас ложиться спать. Еще раз всем спасибо за все. Да, за поздравления, за то, что смотрите нас, иногда ругаете, но я смотрю, там 1500 хороших комментариев, так что, ну, бывает, попадается. Ну да, какие есть. Всем пока-пока. Да, всем пока. Всем пока-пока. Всем пока. Всем привет. Всем привет. Это поезд будет. Матвейка спит, а эти шепотом играют, летят. София, ты зачем так покалываешь? Садись в дом. Мы сегодня Матвейку помыли. И он лежит, а Настя привезла такую массажку маленькую. София ему там головку все расчесывала. София, как ты в лобик целовала своего братика? Я целовала братика в лобик. Ну, аккуратненько, так тихонечко. Расчесывала легонечко. Хорошая сестренка. Вот это да, так чапалах ты и сделала. И ку-ку. Не забей. Женька, ты первая начинаешь.